одновременно с катаной, с тренировочными ножницами, то есть ему уже тоже около 10 лет. Отлично работает на мягкой шерсти, на пуделях, то есть это, в общем-то, такие больше пуделиные и мальтезовские варианты. Это больше полировочные, шлифовочные ножницы или именно врезаться в массу шерсти? Не-не, это больше полировочные со средним, от не густой до среднего объема шерсти. Угу. Как часто приходится тебе их точить? Тоже точится не часто, они хорошо держат заточку, буквально на года полтора их хватает, если хорошо поточили, то... Не понял. И по пятибалльной системе, сколько ты дала этим? 5 баллов. Тоже 5 баллов, 5 баллов. Да. Отличная ножница, да? Отличная ножница, хорошо работает вообще. Отлично, спасибо.